Всероссийское движение «Вдохновители» при поддержке просветительской организации «Российское общество знания» продолжает в регионах мероприятия по одноименному проекту. 120 спикеров, успешных людей, лидеров, мотиваторов, которые, общаясь со школьниками, на своем примере доказывают – воплотить мечту в жизнь, достигнуть поставленной цели реально. На своем примере показать, как может складываться жизнь. Там нужно идти в высшее образование, можно ли идти в бизнес или идти, например, в наемные сотрудники. И через свой пример, как собственный опыт, показать, как вообще жизнь может складываться. Чтобы они этот опыт тоже запомнили и какие-то ошибки не совершали. То есть сузить этот коридор ошибок, попробовать их вдохновить. Как из дипломированного политолога превратиться в разработчика лосин? Легко. А потом вообще заняться изготовлением персональных накладок для протезов ног. Жизнь настолько непредсказуема, что даже сам Дмитрий не мог предположить, как сложится его судьба завтра. Девиз каждого молодого человека должен быть простым – не бойся менять и меняться, ищи себя. За годы вдохновители провели более 1000 встреч с ребятами из 30 регионов, доказывая, что примеры для подражания есть, и они рядом. Мотивировать подростков на поиск своего собственного пути – вот главная задача проекта. Для этого и проводятся личные встречи, разработан медиаконтент, на платформе которого проводятся лекции известных людей, позволяющие детям развиваться и двигаться вперед.